сегодня день с дождем или бурей. Август к концу уже идет, у нас опять окут-то гой. Погода по кому ревет, плач этот вовсе не случайный. Глеб Анатольевич ушел, пишу некрол на прощанье, что недуг смертельный его свел. Не смог один он без любимой, когда ее схоронил. Тоска ужасная по Инне, всю жизнь ее одну любил. Его талант в его картинах блистательно снимал кино и роль для своей любимой, как правило, было дано. Актеров множество порядка снимались кто в его кино. По существу было подарком успех, конечно, для него. Глеб Анатольевич Панфилов от Бога режиссером был, полна копилка разных фильмов, жизнь режиссуре посвятил. Теперь душа звездой светит, летит к любимой, Глеб к своей, она его на небе встретит. Глеб так спешит, подавно к ней, как полагается, все вместе. Последний путь проводим мы, слова, цветы, аплодисменты и соболезнования родным, друзьям, всем близким и знакомым. Мы соболезнуем всем и Глеб был прекрасным режиссером. Своим кино прославил мир. Вечное светлое пусть будет память. Глеб Анатольевич, прощай. Свой на земле талант оставил. Сам летаешь звезды рай. Спасибо, Глеб Анатольевич, вам за ваш вклад в кинематограф. Свой свет оставили, свою лепту унесли. Прекрасные были картины, и сейчас до сих пор все их смотрим с удовольствием. Прекрасные постановки, прекрасный актерский состав. Это все у вас было, есть и будет. Светлая и вечная память. Спасибо. Большой поклон. До свидания.